В центре спортивной подготовки «Триумф» начался открытый дальневосточный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в честь олимпийского чемпиона Павла Пинигина. На открытый турнир прибыли 630 юных спортсменов из Амурской области, Забайкальского края, Новосибирска, Хабаровска, Биробиджана, Бурятии и из 30 городов и улусов республики. В этот раз статус турнира изменился. Он стал, значит, на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии», но в честь нашего олимпийского чемпиона Павла Павловича Пинигина. Потому что во главе угла развития спорта номер один в республике нужна массовость. И если чем много народу будет заниматься вольной борьбой, значит, будет естественный квалифицированный отбор этих ребят, и тогда у нас появится новая группа людей, которые будут участвовать в Олимпийских играх и принесут нам долгожданную олимпийскую медаль.